Всем привет, дорогие друзья, с вами Дрэзи, добро пожаловать в игрушку Блокпост. Сегодня у нас такой будет небольшой донатик. За 25 голосов мы покупаем 150 монет плюс 20. Надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх и подпишешься, если ты еще не подписан. Ну что ж, мы начинаем. Так, оплачиваем. Отлично. Разворачиваем. Так, ну что ж, 170 монет у нас есть, и я думаю, можно закупиться боксами, и я даже не знаю какими, кейсами точнее. Так, сколько значит стоит ключи дорогие, да? Давайте по 10 кейсов таких возьмем и 10 вот таких. Так, ну что ж, ребятки, кейсы мы купили, вот так много кейсов, а теперь надо будет ключи нам купить. Ключи, получается, нам будет 20 купить как раз за соточку. Ну что ж, начнем. Что ж, 10 мы купили, ребятки, если хотите больше серии, давайте действительно соберем максимальное количество пальцев вверх, может быть 200 хотя бы, вот, и будет продолжение обязательно, будем больше покупать. Ну что ж, мы взяли, и я думаю, можно теперь пооткрывать наши кейсы. Много-много-много ключей у меня. Начнем, с какого начнем? Так, это кейс 2, кейс 1, давайте с кейса 1 начнем. 10, значит, кейсов первых. Открываем и смотрим, что вообще там может выпасть нам. Здесь что-нибудь крутое выпадет. Так, ну это у меня уже было, хорошо. Ну, точнее, плохо. Так, кейс один. Второй. Надеюсь, уже что-нибудь нормально выпадет, потому что мне уже это изрядно надоело. Ножа. Ножа, 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 ножа. Блин. А, бизон. Плоховато, плоховато. Ой, у меня есть Сиг 552, нифига себе, это, наверное, круто. А, можете писать, какие действительно классные. Классное оружие. Я бы, наверное, калаш бы хотел. Выпади уже калаш. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем, открываем кейсы. Давай, ну. Ух ты ж, ёлки-палки! АК-47, блин. Вот это мне фартануло. Ну неужели? Все, берем АК. Так, он лучше вообще? Чем он лучше? Сига. А, и тебя сравним. Так, допустим, тебя и калаш. Урон у калаша лучше. Дистанция поменьше, пробиваемость побольше. То есть это будет получше. Давайте во второй сет его поставим. Оденем оружие. Так, также обзор. Нам надо левел прокачать. До второго хотя бы, чтобы коллиматор на нем был. Так, ладно, будем с калашом гонять. Это уже круто. Я думаю, теперь второй надо кейс открыть. Кейс номер два, ребята, будем открывать. Так, а тут нам надо что выбить? АУК, да? АУК и М-ку. Классно было бы. Так, ладно. Идем вторые открывать. Ключи пока что есть. Так, ладно. Продолжим открывать. Давайте что-нибудь дельно уже. М-ка, 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 М-ка. Почему-то я М-ку хочу. Я не знаю, какой самый крутой. Мне кажется, М-ка, да? Или АУК? А тут вообще есть АУК? Я... Блин, уже... Да что ж ты будешь делать? Так, ладно, продолжим открывать. Ну, что-нибудь... Блин, да вы уже это достали. Что-нибудь крутое уже дайте. Открываем. Ну, М-ка выпадет, блин. Будем надеяться на М-ку. Калаш есть, и М-ка нужна обязательно. Для полного счастья. Нет, не хочет попадаться. Так, идем вторые искать кейсы. Так, ну давай, покажи, что ты можешь выпустить. Ну, блин. Ладно, самое главное не отчаиваться, ребят. Калаш выпал, это уже хорошо. Так, ладно. Ключи пока есть, да, еще сколько ключей? Ну, выпадет, что-то тебе жалко, что ли, блин.
Ключи есть, это хорошо пока что. Когда ключи есть, это просто замечательно. Давай, 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 ну. Ёлки-палки. Кстати, ребятки, если не сложно, пожалуйста, сделайте репост этого видео. Это мне очень сильно поможет. Блин, почти ямка. Калаш мы вытащили, я думаю, шанс все-таки есть, будем надеяться. Я вот не ожидал, что выпадет калаш. Да ну нафиг. М4А1, ребят. Ну неужели? Мы этого добились? Что, можно взять? А что интересно, короче, допустим, калашников давайте сравним. И М4А1. Урон поменьше будет. Точность. Очень хорошая точность на 17 целых. Скорость перезарядки меньше. Так, ну ладно. А если, допустим, сравним тебя и вот тебя, допустим. Дистанция, скорость перезарядки. Ну это, я думаю, СИК такой среднячок, да? Калашников лучше. Все-таки давайте. Так, снайперская винтовка, она в любом случае нам нужна. Давайте тебя возьмем, да? Оденем оружие. Теперь у нас есть М-ка и калаш. Так, и нам, знаете, что сейчас надо? У нас три, в принципе, ключа осталось. Давайте оставим их, пригодятся. Так, идем, значит, в мастерскую, да, наверное? Пойдем в мастерскую. Это же все повторяющее оружие. И что, если я вот три золотых соединю? Три редких. А, модернизация. Начать модернизацию недоступно. А почему, интересно? Напишите, что значит модернизация. Пусть три оружия для модернизации. Оружие будет уничтожено безвозвратно. Затем вы получите модернизированное оружие. Прикольно. Только как раскачать их? Так, ну что ж, давайте начнем разбор из золотых. Что мы тут можем получить? Уникальный кейс второй. Давайте вот этих продолжим. Начнем разбор. Так, кейс первый. Ладно, продолжим. Это будет тоже кейс первый, я думаю. Кейс второй самый крутой, да, я так понимаю. Может, надо было одинаковых брать? Так, ну ладно. Потом продолжим. Вы можете писать в комментариях, как лучше разбирать. Кейс первый. Так, идем в кейсы. И открываем теперь крутые кейсы. Сколько у меня ключей есть? Давайте второй в конце самый откроем. Я думаю, это самый крутой будет. Начнем с простых. Что тут может нам выпасть? Пулемет, может быть? Так, отлично. Калил какой-то. Я думаю, давайте его возьмем вместо вот этого. Просто испытаем. Ух ты, допустим, тебя сравним и знаете кого? Допустим, с тобой. Не, допустим, калаш и ты. Он, кстати, лучше. Магазин у него лучше. Скорость стрельбы немножко получше. Перезарядка меньше, отдача меньше, пробиваемость меньше, мобильность меньше. Так, магазин у него 30. На 5 больше, у этого 35. Но калашников получше все-таки. В принципе, они похожи очень. Потом, ладно, испытаем его обязательно. Они бы как-то по редкости бы отличались, чтобы знать. Так, а ну что ж, давайте продолжим открывать. Пистолет, может, выпади. О, неужели Глок 17? Обалдеть. Обалдеть, ребят, неужели мне Глок наконец-то появился? Давайте оденем оружие. Глок 17. Если взять с этим, допустим, сейчас Глок 17 проверим. По всем показателям Глок 17 лучше. Так, может, какие-нибудь потом кубики будут появляться. Давайте дальше открывать. Что-то может еще выпасть. О, отлично, УМП. Ну, по-моему, тут уже все забрали. Так, ладно.
Крутая снайперка. Во втором, наверное, кейсе крутая снайперка. Я сомневаюсь, что там не выпадет крутая снайперка. И УЗИ, это у нас уже все есть, в принципе. А теперь открываем второй. Вот второй, блин. Нам трасса Z, да, выпало? Давайте откроем. Снайперка, 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 блин, пожалуйста, это... Это самый крутой кейс, боже мой. Боже мой. О, Оспе. Блин, как бы хотелось бы вот винторез взять. Это был самый крутой кейс. В принципе, даже можно его взять, да, заменить. Но СП похуже, да, будет? Глок самый крутой. Запас побольше, правда, будет у тебя. Дистанция больше, пробиваемость немножко побольше. Но глок все-таки лучше. Ну, в принципе, его можно, допустим, вот сюда взять. Давайте действительно возьмем его, чтобы как-то отличать. Все, мы открывали, пооткрывали, ребятки. Вот нам бы второй кейс пооткрывать как можно больше. Нам надо как-то сделать так, чтобы действительно было вторых больше. Хочу там винторез выбить, это будет самое крутое. Так, ну а пока что... Что, у нас уже тут есть без прицела? А, это первый левел. Нужен пятый левел. А мне пока что второй левел базовый. 100 фрагов. Так, ладно, вернемся. И сейчас, наконец-таки, мы испытаем, я думаю, на какой-нибудь сервер давайте зайдем. Так, ну что ж, ребятки, вот мы и в бою. Вот наш пистолет новый. Чтобы вы видели. Не забудьте про пальцы вверх, про лойсы, про репосты. Это мне очень сильно помогает. Я смотрю, что вам игра нравится, поэтому я снимаю продолжение. Так, ну что ж, погоняем с эмкой. Так, ладно, правда это... А, конкретно эта карта лучше для снайперов. Так, ну ладно, главное, чтобы... Неплохо так бьет, ребят. Скажу, очень даже неплохо. Так, ладно, тоже пистолет крутой. Может, кинуть? Так, ладно, потом калашников испытаем. А через 55 секунд будет новый режим. Вот там, я думаю, хорошо можно будет испытать новое оружие. Так, из чего меня сняли-то? Конечно, у него снайперка. На АВП похоже. Чего у меня нету этой снайперки? Я праздничные боксы. Кстати, а что было в праздничных боксах, ребят? Праздничных кейсов вот на Новый год. Я, к сожалению, не открывал, мне просто было некогда. Ну, следующий год, я говорю, ребятки, я на работе отрабатываю еще немножко, февраль, может быть, март, увольняюсь и конкретно хочу заняться каналом. Тогда мы и поиграем. Так. Смотрите, как она бьет. Неплохо, я вам скажу. Это калаш, да? А, я думал, это МК калаш, я спутался. Ну ладно. Начнем с тебя. Проверяем калашников, ребят. Кстати, я тут не был. На этой карте. Кстати, блок. Вот блок реально крутой. И звучание тоже крутое. Очень такое крутое звучание. Если закончится у меня, допустим, пули, я резко перекручу. То есть все круто. Так, сразу же проходим. Почему я попасть к нему не мог? Нормально. А ну то
ли немножко косить, то ли что. Калашников. Так, ладно, прорываемся. До коллиматора бы еще докачаться, было бы просто супер. То есть надо фраги набить, настрелять. Может, в блокпосте тоже меня будут узнавать, было бы просто супер. Так, отлично, давай сделали. Да блин. Нормально сняли. А, 6 убил и всего лишь 2 раза погиб. Сейчас М-ку тоже будем испытывать. Все, следующая М-ка будет. Да, но Глок лучше всегда таскать при себе. Мне он нравится. На Глок бы еще глушитель был бы классный. Троих что ли снял? Фига себе, или двоих. И там кто-то еще есть явно. Можно поближе подойти. Так, нормально. Они там что-то строятся, ё-моё. Нормальненько, нормальненько так. Я вам скажу, ребят. Все, закончились патроны. На помощь у меня Глок. Попал я ему прям в глаз, но он не погиб. Ладно, теперь М-ка, ребятки. Так, М-ка и УСП. Он более тихий, заметили? Ладно, проверяем М-ку. М-ка более точная. Я бы еще коллиматор. Да, на дальней дистанции, в принципе, он очень даже ничего. Много ассистов у меня. Нет, нет, не ассистов. Думайте. Нормально. Ах ты ж, блин, перезаряжался. Ну, 4 фрага, неплохо. 17 и 4 раза всего лишь погиб. То есть, М-ка заслужена. М-ка и калаш самые крутые. Можете оспорить, писать ваши комментарии, какое оружие нравится именно вам. Конечно, мне больше снайперки нравятся. Я бы хотел... я бы очень сильно хотел, конечно же, взять... Это винторез. Было просто шикарно для коллекции. То тут вор вроде пишет, что где-то крысы бегают, но я что-то не замечал крысов. Я смотрю, может быть, какие-то норки тут есть. Давайте посмотрим. Не, ну крыс нету вроде. Ни крыс, ни кошек, никого нету, и животных, живности никакой нету. Крысы, крысы. Постоянно во всех шутерах пишут крысы. Не замечал вообще. Сталкеры, конечно, замечал крысов. А других нет. Я надеюсь, ребята, вы поняли, что это шутка. Я понимаю, это такие крысы. К
Крысы это нормальные люди, а тот, кто пишет крысы, у тех просто бомбит. Как-то неудачно я начал. Кстати, мне Калашников понравился больше. Давайте возьмем в следующий раз его. Он как-то поспокойнее. Я понимаю, на дальних, конечно, он крутой, но на дальних лучше использовать снайперку. Хотя нет, ребят. Ну, калаш и М-ка, короче, самые крутые, реально. Тащерские оружия. И нет, наконец-таки у меня есть. Наконец-то я могу похвастаться. Там готов. Так, надо быть аккуратнее. Мы на чужой зоне, территории. Какие-то цветные кубики, интересно. Ох ты ж, блин. Ну все. Теперь у меня калаш. Немножко их спутай. Эта карта тоже хорошо для снайперов. Ё-моё. Чтоб тебе. Стал погибать. А, ну конечно, кампа пуля зашел. Да он таки хорошо килл набил. По-любому он не убивает. Так, с крысами все бегают. Нормально. 22 килла, в принципе, неплохо, я считаю. Оружие можно прокачать, коллиматоры крутые потом будут. Ах ты ж, я в грязь упал. Блин, ну все, пошла полоса неудач. Задницу. Вот этот, смотрите, какой. Интересно, с чем он бегает? Я обязательно буду следить за всякими обновлениями в этой игре. Но игра реально крутая. Ну все, напоследок так красиво было. Так. Так, ну в общем, смотрите, если сравнивать, допустим, М-ку и калаш, то есть урон у калаша больше, но точность более маленькая. У М-ки намного больше точности. И скорость перезарядки у калаша больше. Могу даже вот так продемонстрировать. То есть М-ка, в принципе, одинаковая, но немножко поменьше урона. Это, возможно, скажется, но не критично. Скорость перезарядки, ну, точность, да, точность рулит. Магазин у него побольше только, и все, у этого. Урон поменьше. То есть калаш лучше, чем вот это. А, урон у Сига, урон поменьше. Дистанция, правда, немножко побольше. Пробиваемость тоже меньше, то есть калаш по урону он реально рулит, то есть самый такой тащерский. Я бы сказал, да, ребят, калаш, вот давайте все сравним,
От калаша у кого-нибудь будет урон больше, чем у калаша? Я сомневаюсь. Ну, не считая, конечно, снайперской винтовки. Никто этот титул не может завоевать. Пока что калаш самый крутой. А, ну вот это тоже не считается, потому что винтовка, она стреляет по пуле, ну, как снайперская винтовка. Винтовку не берем в счет, а точнее автоматы. Самый крутой это калаш. На втором месте М-ка, да, я бы сказал. М-ку тоже никто не переплюнет. Так, ну не считаю, вот мы только автоматы берем. Да, ребят, М-ка рулит. М-ка и калаш самые крутые автоматы. Ну, пистолет, конечно же, Глок. Глок самый крутой. Пистолетов. Вот. Ну что ж, давайте на этом закончим, ребят. Хотите больше серии продолжений, ну, знаете, что делать? Поставить палец вверх, сделать репост и все такое. В общем, рассказать друзьям своим, что есть такой канал, там скоро будет много чего крутого. Нам кажется, всем до скорого, ребят. Пока-пока.